Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, мы продолжаем играть в Кровную месть 2, и, друзья, если вы помните, в прошлый раз мы с вами выполнили задание по поимке преступника, и наша лошадь хочет, чтобы мы ее почистили, вот в чем вопрос. Я так думаю, что, наверное, нужно какой-то аксессуар купить для того, чтобы мы ее почистили. Вот, кстати, офис шерифа, давайте-ка зайдем, посмотрим, может быть, здесь есть какие-нибудь другие... Доброе утро. Какие-нибудь другие задания есть на доске, смотрите-ка. Доброе утро, сэр. Так, а вот здесь сидит какой-то бедолага. Но это не тот, кого мы приводили, это кто-то другой. Может быть, здесь есть еще какой-нибудь? Сэр, Бенедикт, вон он сидит. Ну, я не знаю, я так думаю, что с Бенедиктом мы еще с вами разберемся, наверное. И, возможно, примем даже в свою банду. Почему-то у меня такое ощущение есть. Фиг его знает. Так, ну все, тебе здесь больше не рады. Я уже ухожу. Окей. Окей, окей, окей. Так, у нас есть следующее задание. Вот здесь вот смотрите, какая большая-большая буква. Короче, не знаю. В общем, где-то здесь оно должно начаться. Это задание, и что нам нужно сделать, не совсем понятно. Так, тут у нас салон. Хавьер. Видимо, с Хавьером мы должны поговорить, потому что вроде как он из нашей банды. Давай, Чарльз. Так, эй. Ну, ваше здоровье. Так, и где же он, этот Хавьер? А, вот, наверное, здесь играет. Или вот он сидит. А, Артур. Иди сюда, иди сюда. Я тебя познакомлю с нашими подружками. Вот это мужчина крепкий, словно скала. Лучше помолчи, Анастасия. О, с первого взгляда ясно, что он милый котик. Точно, он милый котик. Правда, Артур? Как скажешь. И сколько вы берете? Ну, разве можно так разговаривать с леди? Ну, я не знал, что говорю с леди. И прошу прощения. Должен сказать, у тебя здорово получается разговаривать с женщинами. Да, я прирожденный сердцеед. Где Билл? Господи, я даже думать об этом не хочу. Эй-эй-эй, вот он. Они сейчас поцелуются или подерутся? А, вот и ответ. Так, и что нам нужно делать? Ну давайте, давайте драться. Ах ты гад. На. На, на, на. Ах ты, блин. Слышь ты. Так, блокируем, блокируем. На. На. Берем шляпу нашу. Так, и что даже нужно дальше делать? Вот так вот. Давайте мы его держим, а он его лупит. Отлично. Черт подери. Томми, нет, не лезь. Иди сюда, мексикашка. О, блин. Так, короче, надо драться. Давай, 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 вырываемся. Нажмите нолик, чтобы вырваться. Или О, или кто знает, что это за кружок вообще, короче. На тебе, короче. Давайте быстрее, 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 быстрее к Артуру. Эй, здоровяк. Ах ты, блин. Ёбарный кекса, ты тоже хочешь получить? Ух ты, вот это круто. Иди сюда, красавчик. Ты что, издеваешься? Ах ты, блин. Давай, давай, иди сюда. Давай, давай, давай. На тебе. Ах ты, гад. Ты жив, Артур? Ах ты, блин. Нехило он навалял. На тебе, на. На. Держим, держим удар.
черт. Снеси ему башку. Эй, эй, что ты делаешь? Давайте вырываемся. Ну давай, иди сюда. Блин, все очень плохо. Закрываемся. Ах ты гад. Вырываемся, вырываемся, вырываемся. Ах ты падла, хочет раздавить нам бошку. Я же говорил, что будет весело. На тебе, падла. На. 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 Стоп, стоп, стоп. Прекрати, прошу вас. Не надо. Прошу, сэр. Вы уже держали верх в драке. Неужели этого недостаточно? А тебе какое дело? Никакого дела. Никакого дела, сэр. Ну, пожалуйста. Очень вас прошу. Нехило нас потрепали. Заводишь новых друзей, Артур? Посмотри, какого мы нашли. Тот самый? Так, так, я думал, ты подался в Нью-Йорк. Чтобы скучать по этому великолепию. Да ты шутишь. Как пожелаешь. Недурно. Довольно недурно. Я попытался найти вас в Блэквотере. Оказывается, вас там не слишком любят. А, Хавьер и Чарльз. Давно не виделись. И Билл выглядит удивительно хорошо. Джентльмены, всегда рад. Нет, нас не слишком любят в Блэквотере. И мы оставили там кучу денег. И юного Шона в придачу. Шона? Ты его нашел? Да, нашел. Его держат все какие-то охотники за головами. Хотят узнать, сколько денег федералы за него отвалят. Насколько я знаю, он еще в Блэквотере. Но поговаривают, что они готовятся его куда-то привезти. Если мы займемся Блэквотер, нам конец, как пить дать. Там будет полно Пинкертонов, но если есть вероятность, что он жив, мы должны ему помочь. Да, конечно. Но ему нужны вы, Дач, как и всегда. Чарльз, разузнай все, что можешь, но аккуратно. Джосайя, бери Хавьера. Артур, приведи себя в порядок. Не присоединяйся к ним. А как же я? А что ты? Как это понимать? Пошли. О, ни хрена у него мнение о порядке. Так, ну что, нам надо... все, собственно, мы задание выполнили. Отдых по-мужски. Нет, этого мало. В лагере доступно несколько заданий. Они отмечены на миникарте меткой. Ну, какой-то такой хитрой меткой. Так, друзья, раз мы такие грязные... Мы не можем быть такими грязными, да? Мы сейчас что с вами сделаем? Мы с вами зайдем в отель, и я вам покажу, как мы здесь моемся и отдыхаем. Так, ну что? Люди, прошу вас, проявите щедрость. Покажите, что вам не все равно. Итак, давайте пообщаемся с хозяином гостиницы. Примем ванну. Так, ну, короче, проходите туда. Так, сейчас мы пройдем с вами в ванну. Она у нас вон там, вон желтеньким помечена на карте, как вы видите. Денежки у нас еще есть. И, в принципе, здесь есть два варианта приема ванны. Во-первых, мы можем вот так вот просто залечь, полежать, потереть себе голову. Нажимая на кнопочки. Ну и если хотите, можно заказать роскошную ванну. Давайте закажем. Еще будет стоить дополнительно 50 центов, полдоллара. Расслабься. К нам придет такая симпатичная, не знаю, как это, мойщица. Давайте потереть левую руку. Давай, три ко мне ручку. Вот так вот. Давай, давай, давай.
потереть правую руку. Можно, кстати, поболтать. Но почему-то нету титров. Так, давайте-ка по правую руку. Так, есть. Давайте ногу левую. Давай, давай, три лучше, лучше. Так, давайте поболтаем. Так, отлично. Что еще? Еще хочешь поболтать? Давай поболтаем. Так, давайте правую ногу. Давай, доставай ногу мне. Вот. Так, ну что, все типа чистенько. Давай, спинку потри мне. Окей. Спасибо большое, короче, и все такое. Ну, приходите типа еще. Собственно, все, вся процедура. И теперь мы чистенькие и красивенькие. Смотрите-ка, а? По-моему, красота. Так, ну и, собственно, мы можем снять здесь же комнату для того, чтобы сохранить прогресс. Я так понимаю. Давайте-ка мы снимем комнату и посмотрим, как это у нас здесь будет работать. Так. Дружище, как мне тебя вызвать-то? Ага, вот. Снять комнату. Так, вы сняли комнату, теперь можно использовать ее для того, чтобы сохранить игру и переодеться. Отлично, давайте поднимемся наверх, осмотрим нашу комнату. Да, она у нас вот здесь. В принципе, можно, конечно, пройтись по соседям, там, порыскать, пошмалять, что у них там есть, но я думаю, что мы не будем этого делать. Ну, собственно, вот такая комнатка. Здесь тоже можно все осмотреть. Смотрите, каминчик, еще что-то. В общем, неплохая такая комната. Единственное, я бы, конечно, потолок какой-то сделал более приличный. А так можно было бы в ней даже и остаться. Ну, правда, стены такие не очень. Вот можно присесть, например. А можно прилечь. Так, давайте-ка спать ляжем. Ну, и здесь можно выбрать время. Утро, ночь. Там и все такое. Давайте до утра поспим. Вот таким вот образом у нас сон идет, показывает звездное небо. Ну, либо если мы спим днем, то, соответственно, показывает дневное небо. Как будто мы смотрим в потолок и дрыхнем. Окей, собственно, у нас наступило утро. И мы, кстати, можем открыть ящик, но там, по-моему, ничего нету интересного. Если я не ошибаюсь, да. Так, здесь у нас что? Давайте-ка глянем. Зеркало. Посмотреть на отражение. Комментировать. Так. Ну и все, собственно. Можно присесть. Но это уже неинтересно. Все, друзья, давайте выбираться из гостиницы и будем искать себе каких-нибудь новых приключений. Что-то я иду как пьяный. Вроде мы не пили. Хотя пивко на халяву здесь можно получить. На нашей непосредственно стояночке. Так. Можно, кстати, в кресле здесь, наверное, присесть. О, смотрите, я его двигаю, но присесть в него не могу. Очень забавно. Хозяин гостиницы, может быть, ты что-нибудь скажешь нам? Ладно, грабить мы тебя не будем. Живи. Мы вроде как нормальные пацаны. Так, ну что, где наша лошадь-то? Где-то здесь должна быть. А, вот она. Кстати, та лошадь у нас убежала, если вы помните. А это какая-то грязная, смотрите-ка. Ну что, давайте-ка мы тогда забираемся на нее. И посмотрим на карту, где у нас наши задания. Так, карта. Сейчас мы отдалимся.
и смотрим. Смотрите. Значит, два задания в лагере. Нужно попытаться получить информацию о Дрискалах у Керана. Хойзи хочет поговорить с нами. Дальше, что у нас здесь еще есть? Пастор Соунсон. Хайзи сообщил вам, что Соунсон что-то обнаружил на расположенной озеро железнодорожной станции. И здесь у нас Хавьер из Калуза. Дач велел нам попытаться спасти Шона от охотников за головами, удерживающих его в Блэквотере. Так, ну, давайте, наверное, вот сюда вот мы поедем. Единственное, конечно, очень плохо, что мы не можем быстро вернуться. Вот это мне совершенно не нравится. И здесь вот, кстати, показывают, что у нас комната есть. Видите, там наверху. О, кстати, паровоз едет опять. Welcome. Тихо, 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 тихо. Здесь, кстати, смотрите, виселица, видимо. В общем, все шикарно. Едем, едем, едем. Waltzing through here like you own the place, but the O'Driscoll's got designs on it. Слушайте, я не могу понять, почему нету титров. Дайте-ка мы в настройках посмотрим, что с титрами у нас стоит. Экран. Резкость. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Субтитры. Давайте-ка мы выключим их и включим. Так, есть. You think Что-нибудь you're скажешь a мне? tough one out here? Think again. Нет. Law never seemed to find the bodies in this Нет, town. друзья, почему-то Damnedest thing. не показываются нам титры. Может быть, с ним можно было пообщаться как-то? Здесь, кстати, смотрите, опять какие-то домишки у нас. Домишки, домишки, домишки. Нам надо сюда уходить. А где поезд-то там? Ехал, ехал. А, вон он. Смотрите, поезд стоит. Ну-ка, может быть, мы можем к нему туда подъехать, к поезду. Давайте-ка посмотрим. Сможем сесть мы на него или нет? Слушайте, а мы можем же даже, наверное, отправиться в какой-нибудь другой город. Так, стой. Ой. Так, что у нас здесь? Здесь у нас почта. Там люди сидят. Может быть, здесь билеты нужно покупать или еще что-нибудь такое? Не совсем понятно. Эй-эй-эй, стой, 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 стой! Стой, поезд! Блин, уехал. И быстро поехал. Если бы мы бы прыгнули, я думаю, мы бы разбились бы. Но надо будет обязательно, конечно, попробовать этот поезд. Там, кстати, охранник сзади стоял. Ладно, фиг с ним. Слишком активное движение, мне кажется, для того времени. Прям как в каком-то крупном очень городе. Так, ладно, поехали. Ой, смотрите-ка. Какая прикольная тачка. Ладно, давайте едем дальше, вперед. Вы потеряли шляпу, вернитесь к своей лошади или гардеробу, чтобы ее вернуть. Так, ну-ка. И чего? Вот мы у лошади находимся. А здесь мы можем выбрать ружье либо лук. Окей. Предметы. Маска, лошадь. А, вот шляпа, смотрите-ка. И использовать. Шляпа. Есть. Вот у нас все, шляпа есть. А то как-то без шляпы мне неуютно. Так, ну давайте возвращаемся в лагерь. По-быстренькому. Лошадь требует чистки. Может быть, все-таки нам нужно было какой-то гребешок купить или еще что-нибудь такое. Так, у нас сейчас раннее утро, поэтому можно особо не опасаться ничего.
Так, 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 так. Видимо, нам нужно куда-то здесь свернуть. А, ну вот сюда, собственно. Окей. Фазанчики тут всякие бегают. Нахуй я их убивал. Так, ладно, ладно, ладно. Не будем здесь мочить. Куда ты побежал? Черт. Ладно. Поедем потихонечку. В принципе, конечно, можно было какую-нибудь дичь с собой привезти для лагеря. Кто это? Свои, свои. Смотрите, у нас здесь охрана стоит. Прям вообще настоящий лагерь. Крутота, крутотянская. Так, ну и, собственно, вот мы приехали в лагерь. Припасы у нас, медикаментов мало. Кстати, вот этот черный конь меня легнул. Это просто какая-то жесть. Давайте привяжем лошадь. Отлично. И теперь... Смотрите, что можно сделать. Вот сейчас вам покажу. Видали? Прикольно? Вот. И я тоже. Эй, шляпа-то где моя? А куда-то лошадь делась? Убежала. А вот и шляпа. Давайте возьмем шляпу. Да. Я вам как-то рассказывал историю, как девочка улетела. Приблизительно так и было все это. Так, ну что, давайте поговорим. С Хаизи. Пойдем поохотимся. Хочешь пойти на охоту? На кого ты охотишься? На слона? Если бы... Нет, я видел огромного медведя. Такого большого никогда не встречал. Думаю, он весит 1000 фунтов. Боже мой. И что мне нужно, чтобы с тобой пойти? Ну, конечно, поехали. А куда мы именно направляемся? К реке Дакота. Возможно, на это уйдет несколько дней. Мне не помешало бы взять обмундирование. Мне тоже в последнее время все тяжело идет. У меня есть все, что нужно. Поехали. Значит, ты еще заметил... Нет, я скучаю по ней. Другой такой лошади нет. Вот это неплохая, но это же не Баудика. Я уже давно хочу избавиться от этой большой шайранской лошади. Где ты ее достал? Один дурак решил ограбить меня, когда я ехал по своим делам. Поэтому я... Ну, ты сам знаешь, как оно бывает. Отведем его в Валентайн. Он нам, можно сказать, по пути, там есть неплохой торговец. Продадим его, тогда купишь себе что-нибудь. Так, значит, снимите седло с вашей лошади и перенесите его на другую, чтобы сделать ее вашей активной лошадью. Так, нажмите L2, чтобы сфокусироваться на вашей лошади, и снимите седло. Так, давайте снимем. Он меня не сбросит? Нет, он просто ангел. Встаньте рядом со своей новой лошадью. Слушайте, он здоровый, вот прям вот просто жесть. Ну давайте оседлаем его. Сделайте лошадь, седлай лошадь и поехали. Доверие лошади заслужено, садитесь на лошадь. Так, ну что, лошадь начнет доверять вам сразу после того, как вы первый раз ее оседлаете. Так, ну забираемся еще. Окей, бой. Шайерская порода. Ладно, поехали в город. И не устраивай драк в салонах, я об этом слышал. Слушайте, ну красавец. Смотрите, как он огромный просто. Мы отправляемся и вернемся через 2 дня. Ну, поехали. Теперь это ваша основная лошадь на мини-карте. Она обозначена как тра-та-та. И седло отличное было. У меня раньше прекрасное седло. Ага, и где оно теперь? Его стащили в Диркирк, когда лошадь... А, кажется, я припоминаю. Это был очень долгий день. Ага, помнишь? Мак чуть не свихнулся тогда, грозился перестрелять весь город. А когда Дэйви вырубился, мы его там и оставили. Возвращаемся на следующий день, он проснулся и сразу продолжил пить. Я скучаю по этим парням.
и под Дженни. Была в этой девчонке какая-то изюминка. Ленни, наверное, тяжко пришлось. Да, у Ленни с Дженни никогда бы не сладилось. Как у Артура с Мартой. Или убила с Фил. Может, ты и прав. Иногда мне кажется, что наша удача умерла вместе с ними. Чепуха, все у нас будет отлично. Нам просто нужно немного деньжат, чтобы встать на ноги. Надеюсь, ты придумал кому-нибудь продать облигации Корнуэлла? Пока нет. Они вызовут много подозрений, нужно все сделать правильно. У меня есть кое-какие связи, я пытаюсь их задействовать. Отлично. Прям бизнес так и идет. У нас такого бизнеса нет, как у них. Кстати, там костер какой-то горит вдалеке. Давайте немножко подадим. Пришпорим коня нашего. Очень классно. Я не хочу его продавать, честно говоря. Что такое? Если ваша лошадь напугана, успокойте ее, нажав L3. Так, давайте, поехали, поехали. Все, все хорошо, все хорошо. Успокойся. Следуйте за Хози. Да, мы за ними едем. Слушайте, о, она просто огромная по сравнению с другими лошадьми. Просто невероятная. Я влюблен в эту лошадь. Доброе утро. Так, ну вот мы приехали. Конюшня вон там впереди. Так, и что, там сейчас нас научат продавать лошадей, что ли? Отведите лошадь в конюшню. А я загляну в магазин. Прикуплю кое-что, чтобы выманить медведя. Встретимся здесь. Так, и что вы хотите, чтобы мы слезли? Вон в те ворота. Так. Ну что, давайте сядем, я не знаю. Нам прям туда в ворота въезжать, что ли, надо? Прям типа гараж, тачка на прокачку. Не люблю в темноту въезжать. Приветствую, чем могу помочь? Хочу купить новую лошадь. Сильную и быструю. Вы пришли по адресу? У меня сейчас есть отличные лошадки. А что насчет этой? Хотите ее продать? Пока не знаю. Бумаги на нее есть? Бумаг нет. Что ж, конечно, лошадь без бумаг стоит меньше, но вам повезло. Один мой знакомый уже давно подыскивает себе хорошую рабочую лошадку вроде этой. Он даст за нее хорошие деньги. Ну, или я могу предоставить вам вместо нее другую лошадь. Вот, взгляните. Так, продайте лошадь или оставьте ее в конюшне. В конюшне можно оставить лошадь на хранение. Если вы продадите лошадь, то получите за нее сумму, равную ее стоимости. Давайте продадим. За $65. Так, и здесь у нас есть несколько лошадей. Смотрите, Морган, какая-то маленькая, такая страшненькая лошадь. Рысак есть вот такой, ух, красавец. И голландская вот такая вот. Ну, денег у нас есть только на Моргана, друзья. Давайте, наверное, мы его и купим. Моя лошадь? Ну, блин, я даже не знаю. Давайте ее Морганом так и назовем. Что ж, Морган так Морган. Готово. Есть. Так, управление своими лошадьми, покупка лошадей, сбрую и услуги. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Сбруя. Седла. Седло. Ух ты, какие седла здесь классные. Вот это Дакота. Ну-ка, что за Дакота? Обычная, улучшенная. О, ну это дорого стоит. В принципе, деньги-то у нас, конечно, есть. Седло-загонщик.
Следопыт. Ой, какие села клевые. Работник раньше, вообще красота. Так. Сидельные сумки. Стандартная сумка. Улучшенная сумка за 40 долларов. Класс. Но, видимо, туда больше влезает стремена. Тонкие дугообразные, барочные, тонкие железные, тонкие. Ох, бог мой, утолщенные ковбойские в форме колокола. Расширенные, колокообразные. Ух ты, боже мой, какой же здесь кастом вообще, это ж жесть. Окей, рожки. Утиный клюв из клена, рожки. Далее, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Короче, супер. Просто я в шоке. Окей. Так, потники. Давайте-ка посмотрим. Это то, что подкладывается под седло, чтобы, когда лошадь, вы едете на лошади, чтобы не натирали ей, ну, спину там, вот, короче, там, где сидите. Когда она вспотеет, чтобы не натиралась. Так, слушайте, прикольно, прикольно. Так, что у нас еще есть? Матрасы. А, ну это, видимо, матрасики, которые крепятся, типа того. Прикольно. Окей. Что у нас здесь есть еще? Уход. Нам нужна щетка. Грива. Естественная, обычная, короткая. А, слушайте, можно ей стрижку сделать для лошади. Коса. Ирокез. Дреды. Ну и все, соответственно, это можно... И даже цвет сделать можно, смотрите. Просто тюмень. Я в шоке. Так, хвост. Естественный, обычный, короткий. И хвост, и гривы будут разного цвета. Это жесть. Окей. Так, что у нас еще здесь есть? Обслуживание. Комплекс по уходу 5 долларов. Переименовать лошадь можно. Восстанавливает и форсирует все статусы. Окей. Товары для, для лошадей. Яблоко, свекла, морковь, сельдерей, сено. Мятный леденец, кусочек сахара, стимулятор для лошади. Полностью восстанавливает, слегка форсирует выносливость вашей лошади. Давайте купим, наверное, несколько штучек. Так, у вас 3 из 3. А, больше нельзя, да? Смотрите, то есть есть ограниченное какое-то количество. Морковку купим, сельдерей. Ну, прикольно. Сено купим. Класс. И леденец. Кусочек сахара. Ну и один стимулятор купим. Так, есть. Подождите-ка. А что, все, больше нет ничего? Яблоко, свекла. Слушайте, конское зелье. А как же ее чистить? Чем? Вот я так и не понял. Хозяин магазина, ну по рукам. У вас отличная новая лошадь. Я продаю только самых лучших животных. Дай вам честное слово. Так, посмотрим. Вот ваши бумаги. А в подарок вам новая щетка. Отлично, то что надо. И лакомство для лошади. Весьма признателен. Ну что же, не подводи этого господина. И я думаю, он будет за тобой хорошо присматривать. Очень смешной на самом деле хозяин конюшни. Доверие лошади заслужено. Так. Любопытный выбор. Не так уж и много. Ну ладно. Если за ней ухаживать, может что дельное и выйдет. Так. Давайте поведем ее, выведем сюда. Класс. Запрыгивай и поехали. Давайте перестанем ее вести. И поедем. Ладно, поехали. Впереди долгий путь. Так, ну следуйте за Хозией. Итак, на озеро... У Криггансрана, оно в горах на востоке от Кимберлендского водопада. Слушайте, блин, после той крупной лошади это какой-то осел. Серьезно, мы поедем обратно в горы? Но на этот раз не за нами охотятся, а мы охотимся. Ну как, вы ладите с Джоном? Нормально.
Может, тебе уже пора перестать на него злиться? Целый год, Хози, он сбежал от нас на чертов год. Я с ним не раз говорил, и он знает, что поступил неправильно. Но он хочет оставить это в прошлом. Еще бы. Одно дело сбежать от ребенка, но у нас свой кодекс чести. И он это знает. Он же не Трелани, вы с Датчем сами его воспитали. Я знаю, но это уже давние дела. Никого другого не приняли бы так легко. Возможно, но, пожалуй, не надо это проверять. Я и не стану. Так, ну что, наш маленький друг. Очень смешно, конечно, под нами смотрится. Мне больше нравился тот черный. И, кстати, лошадь надо почистить. Ладно, почистим. Щетку нам дали, подарили. Она у нас, видимо, где-то в инструментах теперь есть. Я тогда пытался в предыдущем видео почистить, и у меня не получилось ничего, потому что не было просто нужного инструмента. Ну что, поехали, поехали. О, отлично. Это не я, это сама игра показывает нам, как мы едем. Ну, значит, сейчас мы быстренько сэкономим время. Ну, на двое суток мы уехали, это долго. Наверное, нужно было что-нибудь поесть перед дальней дорогой. Смотри, резервация в Апите. Так, по-моему, нам сейчас прямо. Так, ну что, сейчас опять индейцы будут? Да, я помню это место, Мунстонский пруд. Мы едем в правильном направлении. Очень красивые виды, прям вообще класс. Вот и озеро, отлично, мы на месте. Давай его объедем. Так, статусы лошади со временем истощаются. Покормить свою лошадь, чтобы восстановить ее статусы, чтобы вызвать селектора предметов лошади, подойдите к ней или сядьте на нее, и затем, удерживая L1, нажмите R1. Окей. Нажмите R1. Так. Что у нас здесь есть? Ага, у нас есть вот печеньки. Давайте-ка мы ее покормим. Есть, отлично. Поехали. Давай, малышка, поехали. Давайте аж... Подожди, я хотел с тобой поговорить. Мне не стоит вернуться в Великие Долины и разузнать насчет Шона. Его поймали охотники за головами. Трелани сказал, что да. Хавьер и Чарльз поехали с ним, чтобы что-нибудь разузнать. Нам сейчас не стоит появляться у Блэквотера. Верно, но если он жив... Конечно. Смотри, кролики, может, поймаем одного на обед? Ладно, я постараюсь одного подстрелить. Для охоты на такую мелкую дичь нужно немощное оружие. Лучше возьми лук или винтовку. Так, давайте-ка мы возьмем лук. И попробуем выследить этого гребаного кролика. О, сколько их здесь много. Я не знаю, как в темноте охотиться, честно говоря. Ну, наверное, где-нибудь сейчас мы его и найдем. Что-то уже все ушло. Ага. Где же эти гребаные кролики? Но я слышал рык медведя на самом деле. Это не кролик? Нет, это не кролик. Где же вы, кролики?
Ладно, давайте потихонечку пойдем. Главное не нарваться на этого медведя, потому что там, смотрите, уже желтое пятно. И я, честно говоря, стремаюсь. Что мы сейчас можем нарваться на этого мишку. Ага. Вон я вижу кролики. Есть один. Давайте поднимем. Где-то здесь кролик. А вот и стрела наша в кролике. Так, ну что, берем его. Так. Надо к Хаизе отойти. Давайте отойдем к Хаизе. Что же делать-то? Все, бегать и бегать приходится. Вон он, Хаизе. Отлично. Ладно, уже поздно. Я думаю, пора сделать привал. Угу. Так, ну что? Нам нужно удерживать L1, чтобы выбрать селектор. Нажмите R1, чтобы переключаться на селектор предметов. Выберите лагерь в разделе ремесла. И отпустите L. Это ваш лагерь. Здесь вы можете, ну, короче, типа, наверное, отдохнуть, пожарить жратву и все такое. Умираю с голода. Давай приготовим этого кролика на открытом огне. Они получаются очень вкусные. Я не против. Так, давай создадим. Так, ну что, у нас дичь. Дичь. Мясо дичи. Приготовить. Есть. Давайте скушаем. Хочешь, поделюсь? Не, не надо. Не люблю есть так поздно. Ладно, после всего, что было. Давайте-ка приготовим еще порцию. Сохраним. Так, отлично. Давайте еще порцию. Что там много можно, что ли, сделать? Я не понимаю. Можно быстрее готовить. Сохраняем. Так, видимо, еще можно порцию сделать. Да ё-моё, что ж такое-то? Давайте-ка быстренько ускоримся. Еще сохраним. И еще порцию можно сделать. Я надеюсь, она потом у нас не стухнет. Сохранить предмет. Все, больше порций нету. Видимо, у нас мяса больше нету. Ну все, можно выходить. Отлично. Уходим. Ну ладно. Надо бы отдохнуть. Поднимемся с рассветом, чтобы найти это чудовище. Так. Ну что, давайте установим утро. Ну и, видимо, будем спать. Вот как я вам сказал, да, короче. Иногда звездное небо сменяется просто облаками на голубом фоне. Что тоже очень красиво. Доброе утро, Артур. Ты готов? Дай мне еще минутку. Кофе. О, да, я тоже хочу кофе, держи. Итак, как ты намерен выследить его? Ну, мы попробуем его выследить, вероятно, нам понадобится приманка. Медведи, разумеется, любят рыбу. А еще они страшные сладкоежки. Многие крадут приманку и пристреливают медведей с деревьев. Но я предпочитаю время охотиться. Так намного больше шансов сделать хороший выстрел. А если он пустится на утек, мы сможем сразу побежать за ним. Замешаешь приманку, пока я собираю вещи?
рыбы, ягоды. Когда закончишь, завяжи все это в тряпку. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Ну, давайте попробуем. Я вырос в горах, Артур. Так. Значит, смотрите, сильная приманка для хищников. Ну, давайте изготовим. Практически вскормлен. Быстрее нам пора отправляться. Так, кажется, я закончил. Хорошо, собирай вещи и поехали. Так, удерживайте для выхода из режима управления. На лагерном костере можно приготовить разнообразные тоники, предметы для ухода за лошадью и боеприпасы. Есть. Все. Мы закончили с нашим лагерем. Даже ничего не осталось, смотрите. Нет, маленький костерочек остался. Садитесь на лошадь. Так, давайте-ка мы сейчас оружие на лошади посмотрим. Что у нас здесь есть? Лук, винтовка. Блин, достал откуда-то из неизвестного места. Ладно, давайте забираемся на лошадь. Так, попытаем счастье у воды. В последний раз я видел его там. Ну, поехали. Пока все неплохо. Как лошадь твоя? Знаешь, я бывал в этих краях вместе с Бейси много лет назад. Правда, я не знал. Тебе ее все еще не хватает? Каждый день. Вы с ней не думали о том, чтобы начать новую жизнь? Думали какое-то время, но помнишь, наверное, ты тогда был еще маленький. Надолго нас не хватило. Я снова взялся за старое, она все поняла. Она знала, кто я такой. Я помню, что ты на какое-то время исчез, но тогда порядки были другие. На самом деле, выйти из дела невозможно, а оставаться в деле... Сам знаешь, это тяжело, но у нас с Бейси получилось. Ты же не собираешься выходить из игры сейчас? Я? Нет, конечно. Слушай, если грандиозный план дачи сработает, и у нас хватит денег на то, чтобы уехать подальше, то все мы сможем начать новую жизнь. А пока давай попробуем поймать нашего медведя, ладно? Кстати, здесь есть дом. Можно было в доме остановиться. Утки летят. Так, ну что? Где Мишка-то? Давай посмотрим у воды. Он любит ловить рыбу. Ищи следы. Кал и кости. Любой его признак. Вы вошли в область, где водится легендарное животное. Следуйте за зацепком, чтобы выследить его. Запах легендарных животных можно найти в зонах охоты мира. Так, ну что, давайте искать. Вот здесь что-то есть. Это, по-моему, растение. Осмотреть. Хайзи, кажется, он здесь был. Вот следы. Отлично, Артур. Можешь сказать, куда он направился? Вон туда. Так, ну нажмите R1. Идите по следам. Я надеюсь, что он сейчас на нас не выскочит из-за кустов. Этот легендарный Мишка, блин. Вот сюда. След уходит к тем деревьям. Вот сюда. Так, ну давайте вот туда. Сейчас мы... Еще раз так. И опять фокусируемся. Продолжаем выслеживать.
Вот тут берлога, что ли, где-то у него. Так, вот еще какашка какая-то, или что это? Давайте-ка посмотрим. Давайте осмотрим. Минутку, на земле что-то есть. Тут недоеденная рыба, наверное, наш приятель ее бросил. Давай посмотрим, есть ли что-нибудь еще. Угу. Нам туда. Вон там, походу, берлога. Хотя я могу и ошибаться. Очень стрёмно, конечно. Может быть, нам присесть? Прям я что-то весь в напряге. Ага, вот там что-то есть. Вот это точно какашка. Тут на земле медвежье дерьмо. Осторожно, не наступи. Но совсем свежее, он где-то рядом. Идем дальше. Ну, давайте попробуем. Медведь — это опасная штука. Куда нам дальше-то? Ага, вот туда. Черт, похоже, следы заканчиваются здесь. Мы его потеряли? Пока да. Не отчаивайся, Артур. Ну, что скажешь? Думаю, стоит разделиться и поискать. Ну или можно положить приманку. Это может сработать. Что выберешь? Давайте приманку. Давай положим приманку. Я не против. Давай оставим сверток здесь. Положи приманку рядом с большими камнями. Так, и где камни? А, вот там вот. Ну, давайте положим тогда. Ну, какие здесь большие расстояния, вроде он показал на эти камни, а нужно идти туда, дальше. Ну, посмотрим. Какие-то крики тоже непонятные. Стрёмненько так. Такой хоррор, блин. Охота дело такое. Ночью, конечно, на этой штуке не поохотишься. Так, открываем сумку. Выберите сильнодействующую приманку для хищников. И используем. Есть. Идем. Так, давайте присядем. 1000 фунтов, говоришь? Более или менее, с большим шрамом на морде. Как думаешь, приманка подойдет? Думаю, да. Ведь ты у нас эксперт. Стрелять готов? Так, стоп. Стоп. Нам нужно оружие. Давай проверим. Давай. Ну, что? Подсоби меня, нож есть? А вот и мишка. Черт. Да, это тот медведь. Спокойно. Так. Ружье. Давайте побежали. Где этот гад? А, нет, нам к Хозе надо. Сюда, Артур. Окей, окей, окей. С тобой все в порядке? Ты цел, старик? Конечно, я цел.
пустяки. Все нормально. Спасибо. Наверное. Это было интересно. Знаешь что, Артур? Староват я уже и дряхловат. Чтоб гоняться за такой дичью. Забирай. Что это карта? Мне ее отдал один человек в баре. Вернее, я у него ее... Ну, это не важно. Он говорил, по ней можно найти очень крупных зверей. Спасибо. Пожалуйста. Ты спас мне жизнь, Артур. Я двину обратно в лагерь. Зализывать раны. Ты со мной? Или пойдешь искать это чудовище? Давайте с Хейзи. Мне без разницы. Я с тобой. Тогда поехали. Да, ну можно было бы, конечно, еще и поковыряться с этим медведем. Поймать его. Но что-то он какой-то слишком стрёмный. Я застревался, честно. Но зато мы получили карту, где можно искать этих животных. И теперь можно будет поохотиться в одиночку в ожидании. Посмотрим, что скажет Дач насчет подобного исчезновения. Не хочу слушать. Мы просто подыскали возможности. Ему незачем знать, что они бегают на четырех лапах. Спасибо, Артур. Похоже, за мной должок. Все в порядке? Я пойду на ранчо Эмеральд. Нужно там кое-что поискать. До встречи. Так, ну что, вы можете купить новых лошадей в конюшнах, тра-та-та. Валентайна, Скарлетт Медус и Стронбери. Давайте привяжем лошадь. В каждой конюшне можно купить лошадей разных пород. Вы можете изготавливать предметы у костра на краю лагеря. Так, давайте-ка мы с Морганом пообщаемся. И, например, что мы с ним можем сделать? Можно изучить его. Так, показать информацию. Так, ну вы же ходите, а не готовите только когда нет продуктов. Давайте погладим. Окей, девочка. Ой, можно почистить его? Давай почистим. Так, нет, подожди. Почистить. Во, нам же щетку подарили, мы же должны ее опробовать. Вот, красота. Можно еще почистить. Так, ну и давайте, наверное, я не знаю, покормим ее, что ли. На, скушай. Класс. Так, ну и погладим. Молодец, хорошая девочка. Все, друзья, вот такое вот у нас с вами было приключение сегодня. Наверное, как всегда, уже хватит, потому что много написали. Приходите, еще будет много-много всего интересного. Я думаю, что еще и с вами и поохотимся, и на медведей, и на людей, и на всех-всех-всех. Всем пока-пока, приходите еще.